Только его не будет в этот раз. Пожалуйста. Если будет, хотя бы по фану будет. Вада, это что такое? Это телепузик? Это план на игру. Я понял. Бля, нету. Ладно. Нет ульта мипа. Как ты быстро так узнал? Нет, у меня не открывались только все. Да, у меня ЦМ-то как бы. То брода, то ЦМ. Нормально. Вызывается тут всего два стана в игре. Спирит. О, слышите, оранжевый. Повезло. Спирит из лава. Я знаю, какие он спилы хочет взять. Скилы шторма? Да. Но я шар заберу, поэтому. Короче, рассказываю, оверлад и любую хрень берешь. Любую хрень, да. Круто. Ну, на НТВК это очень сильно будет. Он, НЧ. Любая хрень. Угу. Ну, вообще, я придумал себе скилл-билд, честно скажу вам. Вот надо только, чтобы не оставили теперь. Шугучий рокет-бараш? Шугучий я на ФП возьму по-любому, но не рокет-бараш. Тогда живем. Энчер смеш. Блять, блинк забрали сразу. Она выжигал. Блять, фест забрали, что брать? Че хочешь? Да там он ультимейты есть неплохие такие, честно вам скажу, ребят. Мне кажется, я знаю, о чем ты. Да, я тоже на мановойд смотрю и облизываюсь. Облизываешься? Да. Против шторма нормальная тема. Лёх. Нормальный скелет. Ты мне про этот говорил, бро? Нет. Это тоже неплохой, Андрюх. Я тебе говорю, этот нормальный. Там он есть, руптуры. Ребята, предлагаю эпицентр. А, я знаю, кто возьмет эпицентр, все в порядке. Руптуры. Лип эпицентр, это грамотно. Смерф начал сначала. Фак, я не про тебя. Фак, у меня блинк был, зачем ты забрал? Я чтоб кнопки не перепутать, подряд буду скиллы брать. Ой, фак, что-то отовнил в салат кекса. А чё ты это... Фак, наша тиму отовнил, по-моему. Бля, вот чё без ультимейтов выбрать, я не знаю, тут столько прикольных есть. Блин, фак ещё и это забрал. Ну, пиздец. А, я знаю, чё я возьму, лол. Андрюха. Чё, Лёх? Будешь ровашку давать? Да. А чё ещё будешь давать? Не знаю, подумал. Старокатан будешь давать? Старокатан буду, да. Прикинь, флэкэрэнэ, джиминейт атака. Такой с флэка стреляешь, ему по нескольку раз во всех так. Парочку. Мне кажется, саркатан левый сразу так такой хуйни. Саркатан. Блять, кто оверлот забрал? Что за чмо? Сук, ППЦ ты и Кюлинг Блейд забрали. Что делать? Бля. Квейлинг Блейд забрали? Контр Хеликс, может? Вон, Энкер смэш перекрытает. Бля, я не знаю, что брать. Виндикс! Виндикс, у тебя чё? Через сколько пик? А ты не видишь? Или кейк? У меня следующий. Короче, вот. Возьмите кто-то моноберн оранжевого. Лол, у вас будет так, о, какой? Вот, да, да. Я антимаг. Правда, но не суть. Я фармить манку. А, мой пик, что делать? Возьми спел. Делай, как обычно. Дикей, например. Виндикс, зачем тебе оверлот, вот скажи. Да я видел, блядь, что у тебя шикущий, подумал, ну его нахуй. Реминанту сейчас забери. Откуда ты знаешь? Ну зачем ты взял? Маленький кулдаун на реминанте. Зачем ты взял? Я знаю. Тебе не стыдно, Индекс? А кто ору ЦМ-ки? А, ЦМ-ка ору ЦМ-ки. Так она тупая. Ей нужен маме реген. Блин, ну фак, конечно, меня вообще все. Я хотел прыгать, стягивать эпицентр. Ну сначала я хотел давать этот эпицентр просто, потом а стягивать. А что, гирокоптер без флэкэннена? Да, зато с рапчой. Угадай, какой третий спел будет. Угадай. Блин, у меня... Дабл тычка? Да чтобы два раза ману выжигать. Нет. Хотя на два раза не выжиться, но это не... Всё, блядь, герой готов, нахуй. Угу. А оверлот стакается, думаешь, что именно это так? Мне кажется, нет. Нет, но... Нет, конечно. Я буду все равно бить. Блин, а чё взять? Эбах вообще не прав вот этой хуйней. Последний. Не, нормально. Блядь. Я прям на нее руку держал уже. Короче, есть и есть. И Soul Reap забрали. Шо брать? Шо брать? Бля, флэг взял. А, нет, не флэг. Ну я хуй знает, пусть будет. Походу, ребят, придется в сорокатан в этой игре. Ребят, мне нравится мысль.
А че никто флэк не взял, хотя бы на миличника надо было взять? Во, Лёха, это ты шукучий анчор, это хорошо взял. Уизбол лайтинг, анчор смэш. А ты куда собрался идти? Я на центральный коридор пойду. Так, кто у нас кач будет, ребят? У меня. А че у нас? У тебя на кач? А дайте кач. Тангусов, дайте парочку. А я тогда лес. Ребят, а дайте тоже тангусов парочку, вот в ихней команде делают, пожалуйста. Их. Видели гудка сейчас? А, гудок, да, хороший. Спасибо, ребят. Это, гай, слышите? Мне нужно вот на отводах посидеть, третий себе взять, а потом я знаю, что делать дальше. В сорокотан. Ну просто айбах, понимаешь? Так, вот тут вопрос. Можно вопрос, а почему у нас нет курицы? А, вызови курицу. Хуй с тем. Короче, вся проблема в айбахе будет, который сейчас будет ходить в лесу и будет басом хиляться. Ой, вада, да ой. Не будет такого. Ребят, заблочьте вот эти пулы, чтобы СК там не пулило. Бля, Вады реально герой, топ-1 саппорт мира просто. А что у него? Стрела, фростбайт, аура. Ооо. Вада. И лес пофармить. Грамотный герой, согласитесь, Вады. Да, мне нравится. По фану. Я ящер, говорит Вада. О, слышишь, Вада, отдай тангус один, пожалуйста, по-братски. Я ящер, говорит. Спасибо. Мне кажется, мы этой героине уже недельку сидим. Или парочку. Лёх, когда я смотрю нашу общую конфу, я думаю, ты на героине сидишь. А ты в армии. Фак, я просто овню. Шо, Мерф? Овню хохлов. Как я? Как? Героиного овни, шочи. Ты белорусов овнишь. Я белорус вообще на ура. Я всю ночь смеялся. Вроде уже сплю, но все равно смешно. Хотя, может, не из-за белорусов. Досмехаешь там это нормально. Высмех. Ого! Даблтычка, видел, как опыт мы летит? Прикольно. Ой, а что такое Виндекс? Фак, а ты можешь пули, что-то стоишь. Да, я знаю. Там, кстати, если слышишь, там не заблочено. Кто у нас в лесу? Антимаг и Тафист, он тебя видели будет, если ты красный. Но он не будет красный, потому что он хилится с крипов, пиздец как. Ну там все нужно качать. Ну в смысле, тебе надо вкачать две магии. Вада, подведи, пожалуйста, по-братски, подведи, очень надо, Вада. Ой. Ну ее очень издалека было видно. И выстрел. Ай, почти. Ладно, я на мужика так пофармил. Кто там тебе пулится? Кто тебе пулит? Кто тебе пулит? О, ебать, я не ожидал этого. Индекс, это ты прочитал меня так, Ленар, на шару просто? Видно, я нервен. Да видно. А, видно? Понял. Паня, роуминг? Да. Макс, пошли. Ой, чё ты по горбу похлопал, походу. Роуминг. Бля, вот эти ремнанты, конечно, это... Вообще не весело. А чё я их не взял, эти ремнанты? Макс, дай второй получить, не гони. Бери. Лёх, чё, не расстраивайся. Всё нормально. Ты вот уже начал, я слышу, расстраиваешься. Говорю, так мы же их сейчас вообще как... А хули ты? Я тебе а говорю. А кто красный? А, я красный. Я Сравага, я знаю, как обращаться с ней. Ты веришь мне, Лёх? Знаешь, да. А, зря. Копай меня, блядь. Я верю, верю тебе, Дрюс. Вот отлично. Андрей, а ты как пират учил, что ли? Да. Тихо. Нормальная тема. Крутись. Хочешь, я тебе свою еще отдам? А ты мог убежать просто. Не знаю, я тебе свою бы прижимал изи. Ваня! Какие у меня стики? А кто у вас там пулякает? В смысле? Кто пулякает? Тебя ж вижу. Пакел. А дай мне этот зеленый насаждение. А тебе есть на апгрейд курьера? Конечно. Все, благодарю. Может, тебе варды, лайнвард поставить, чтобы он... Не, лайнвард не надо, рано еще, рано. Хорошо. А у нас никто сейчас красным не будет, а то у меня план есть на игру. Нет. Или не будет. Но колба, стрела, комбинация. Походу, кое-кто будет красным.
Думаешь? Получается так. Нет, кто-то еще красный. Кто-то красный, действительно. Да, я не посмотрел даже спелы, меня покраснели меня. Теперь все в порядке. Так, это вот так вот. Это вот так. Это ну вот ты так. Же антимаг. Антибой. Знаешь, что у меня есть такая хуйня, которую ты вообще не пробиваешь никак? Кто-то еще тебя, кстати, это светит. Ну не надо, ну 507, ну, здравствуйте. Ну, забейте. Надо, я, наверное, сдохну за это? Ты хоть им... О, вы оба умрете, наверное. Нет, оба нет, но я точно умер. 507 без тапочка. Кто-то а? Такую на меду подставу мне 507? Устроил. Да, без тапка. Подставу? Хороший. Так у нас же блутикера пассивка или нет? Ну, да. Кто-то мне такую подставу, что Кру мне не дает. Че, нормально ты там пробежался? Лёха, те ремнанты, он тебя еще и троллит. Неприятно-то как тебе, наверное. Это выглядит... Лол, двойная тычка. Гуточек, ну зачем же ты меня заставил так сделать? Так, алло, Максима там не надо. Гудочек, давай это МВП. Давай вообще меняемся. Не, гудочек нормально лупит. Но тебя заставил сделать. Я просто легко этот, как это называется? Ну ты понял. Да-да-да. Я легко, а гудочка-то тоже лип и бараш. А, так ты Кракеншилл вкачал. Что такое? Я иду, меня кто-то бьет. Ты опять что ли быстрый? Ну, конечно, нет. Теперь о! Да. Ускорился. Ну кто его ускоряет? Ну кто так играет? Ты. Умер, ты сам поставил. Мерф, а чё ты не... У него два ускорения. А ты по Раустрайкам в лес не пробовал? Я туда и прыгал. Да-да-да. Или сколько? Если один не ускоряет, он мне не догоняет. Не, ну вот когда он начал бежать. Гирокоптер ДПшнулся куда-то. Нормально, я понял, да, он тут с рапчером пришел. С дизрапчером? Ну, рапчер, который этот ульта. Дизрапчер. Дизрапчер. Отстань ты от меня. Ты в полете можешь связать? Да, да. Сракатан! Давай, один удар! Сракатан! Мервин. Леха! Сракатан, ребята! Сракатан! Тебе понравилось? Сейчас им понравится играть. Да лол, не, песок в 3 я не буду брать. Это для нубов. Томба, падай! А будет Денис плюс один? Денис плюс один? Я видел такой сериал. По ТНТ. Клёвый. Денис, там не Денис был. Это одна хуйня. Что то хуйня, что это хуйня? Блять, и лес ведь не покачаться этой хуйней. Так куда они разбегаются, блять, долбанные сатиры? Сука, что за рыжий это вертолет? Да кто ты, блять, ускоряет? Кто так играет, бля? Ну вот я про это же и говорю. Это я тут пытаюсь разогревать все время виндексы. Ты тычку спрятался. Ну я не могу, понимаешь, я очень сильно хочу пробежаться по тебе, я даже на ремнант буду бежать. О, ускорил. Ребята, скорее, походу. А, вон она что. Ладно, я не адвокат, надо отходить. Ребят, вы что-то пиздец. По троечке, ну-ка на руптуре, давай. Хорошо, и дальше бежать. Этот клаву сломал там? Пацаны, говорю же, стул сломался. А почему ты не закричал тогда? Я иду поправлю, ну потому что я был готов к этому. В бой. Чё там голосины? Я не придумал, куда в бой. Макс. Ёбаный в рот. У меня всё так было шоколадно. Да. Сейчас я приду пизды там. Не, Макс, я там уже... А, я ж могу лес фармить через хуйню. Лес через хуйню, это нормально. Ну как ты там, только через другую. Не, я тоже через хуйню фармлю. Так, я правда рейндж не рассчитал. А, ну что, мы тут не проебали еще?
Бах! Ебать, чем меня убило последней тычкой? О, вертолет, а что есть у вертолета? Чем это так, что ли? Оверлоу, да, это так. Руптура. Хочешь драться, вертолет? Тиммейт, ебать, я тебя взял. Ебать, есть раптура? Я бы это, наверное, сказал. Виагра есть. Экспа. О, Лех. Лех. Конченый, что? Давай, давай, что всем... Так. Че никто не уходит? Куда? Обхожу. Держись, брат. А у нас есть арканы хоть одни? А, у него монобрейк еще? Я вообще так. У него это, липа... и Акс обходит. Здесь Акс идет. Какой Акс? Акс от Акс. Акс Анархия. Так. О, это вот здесь. Митя, за мной бежишь? А, нас же видит, блядь. Так. И на этого выход, Митяй, айда лев. Мне не помогает, лол. 620. Дефолтные такие. Дефолтные 620? Лех. Бейте меня, крикнуть. Блин, почему мы не за свет начали? Забрал бы я сеть. Лех, все нормально у тебя? Лол! Блять, я же. Сука! Лех, ты вернешься? Нет. Я замедлился сильно, пошел ты в жопу, блять. Алоха, Дэнс. Я что-то не хочу больше, ебах. Бля, это под май еще, у них вижен еще, походу. Да, по всей карте. Взорвусь! Хорошо. Ну я не могу, мне нужно побегать, понимаешь? Я вижу ремнант, я бегу на него специально. Я же шторм. Ну как дает настроение бегать? Ну так это... А че он так бегает? А что с бахом делать? Со стандартными пассивкой Бладсикера. А с чем бах? Ой-ой-ой. Нет, там что-то нестандартное. Поблуд бас и крутилка Акса, и он очень жестко ленится. А че ж ты его не заагрил-то? Так я нажал уже на агр, не успел. 766. Слушай, интересно, он максил, блин? Вот сразу же. Оп! Здорово. Фак, ну ты нас обоих подставил. Я говорю, я не успел нажать на агр. Так ты ж Никита. Смотри, там еще братишка один. Я антиволода ему дал. Он теперь теперь слабо бьет. Надо было телегу дотанчить. Бля, лол, я нажал. Изи. Побежали. Я вот то же самое хотел. О, побежали. Ебать, ты быстро будешь бегать, Митяй. Я говорю, сейчас бегал 720 без стаков. Куда че, по-моему, это по нашу душу. Пиздец. Что-то я. Так, а это че? Это фак? У него там, как правило, дерьмо одно, так что пойдем. Макс, ничего страшного, ты смотри там, я буду видеть здесь его. А что делать с бахом у него? Берсеркер кол. Папа. Лол. А, ты огонь взял. Андрей? Твою мать. Ой, мама, я стики не нажал, братан. Ой, Максим, блять, хорошо. Дави, блять. Ну ты понял, все, ушел. Ага, нахуя ты. Максим, ты же понял, что я так и хотел тебе фраг оставить? Ага, спасибо. Эй, блять, вы че, сука? На ТП ушел. Ушел. Я после этих слов понял, что он точно не на ТП ушел. Влада разводит, как Кайл Королевский просто. Нет, нет, он должен был там стоять еще полчаса. Что-то мне не нравится мой герой, у него плохая выживаемость очень. О, ну тут как бы Максим, ой, не Максим, а Саркатан. Саркатан. Ульты нет, к сожалению. Так а ты и так же умеешь. Ну, могу. Получил в Саркатан. Практикую. Так, гайс, чё, мы забираем? Да, друзей позвал. Гайс, забираем центр? Я, да. Да у меня такой шторм, короче, я немножко подойду. Ой, что ты хочешь, фак? Ну, убить тебя хочу. А ты сможешь? Бах, Лёх. Лёх, ну мы старались. Небольшое исполняйте, пацаны. Я пошел, блядь. А можешь его не добивать, блядь? Ну, вообще мог говорить. Да? Вот, ой, так, ой, вот так, вот так сделает. Я буду крутиться изо всех сил. Не надо! Сука, не работа. Что я не понял. Стрела. Это немного было. Да. У тебя в 4 в качестве, что ли? Да. Покрутиться. Ну у него скрутил хилы делать, типа ему положено. Гайс, сейчас на мужика дерусь, смотрите. Смотрим. Хорошо. Андрюх, я понял. Принцап пора. Блять, я уже бежал в рюкзак. А вот такой, не ждали глиф? Не, ну Вада, Вада зальвил сейчас. Чего ж тут сказать?
Вада, выстрелила что-то. Это для тебя, это для тебя. Эти пески для тебя? Так, а это кто? Фрак, ребят, это Мервинг. А, Мервинг, ну, давай. Мервинга можно брать. Мервинг, а ты чё даже стан не даешь? Ну, потому что я станец сам. Стой, Кекс. Ух! Это кто напал? Нет, ты зашел бы, загрел, мы бы убили. А, блядь, меня швейнули. Так, а чё и Баха есть? А, это и Баха, кулдаун, бас, контрхеликс. Я думал подождать и дальше фармить. Не, и Бах не очень сильный, ребят. А вы крутите, крутите. А ты каждую крипа ударил? О, ебать. Ебать ты дебил, блин. Цикл он. А, у тебя не было кулдауна, лол, так ты бы сразу сказал. Я думал, сейчас кулдаун будет, все дела. Да. Хорс мэш побежал. Нормально. Так дерись. Пиздец, почему Лёха оверлок гонит? Да гонит. Секундочку. А мне что сделать? Жду, Лёха, жду. Блин, если бы мне дали оверлот, я бы так тупил. Так ты ж сам этот... Я не мог. Ты у Вортек взял, нет, ты сначала Вортек. Если бы реально оверлот... В смысле? Не было оверлота. Оверлот собрал. Не, он не взял Вортек, точнее оверлот, сразу взял Виндык. Да? Конечно. Что, гонишь? Я бы собрал его сразу. Я так понял. Теперь мне показалось, он охотник взял. Ага, Лёх, ага. Я хотел оверлот, типа Шугучи. Шейкерскую пассивочку, если бы она была. Это вообще огнево было. Оверлот, Шугучи, Анкор Смэш. Ты представляешь, что я делал с ними? Опа, я вот... Мало еще парочку. Ребят, 1000 голды. Нормально, фактуру забрали. Бам. Это что такое? Что за хуйня? Это удар дзюдо. Удар дзюдо. Блядь, что-то голос, Андрюх. Удар дзюдо. Чё, блядь? Он бежит за мной дальше, по-моему. Не, так это нулевой. По таймингу, все по таймингу. Опа! Блядь, Максим! Максим! Это просто какая-то машина смерти. Максим, что за стрелы? Пашет. Кто вообще? Ой, вот этого давайте, ребят. Пацаны, надо в строкотан, там буст сначала. Тихо. Лутица, епта. Изи! И Максимка нормально запрыгивает. Вообще от души. Во-во-во, давай, гнобить. А что там у Макса, параш? Либо... Лизингфилд. Каш, бля, грудочек. Гудочки мипи вообще моменты. Прикольно, если бы еще с Ларка был прыжок. Два прыжка. Цап-цап. Выпрыгнул и впрыгнул. Цап-цап. Потай. А это что хочет? Давайте ему сразу объясним. Стрела. Мне объяснили, да. Лех, смотри, бам. А я немного не понял, у нас Витрик стоял. Он что-то делал, что-то, блин. Он был занят. Реминант зачем-то. Дружба народов, факт. Не-не, конечно, дружба. Я сейчас получаю такой же фан, как вы в прошлый, абсолютно такой же. Не знаю, мне в прошлый был норм. Ну так, лол, а я что сказал, что мне не норм, говорю, фан получаю. Ну, большинство-то не получало фан. Слава. Так я ж имел в виду тебя. А. Не знаю, как вам, ребята, для меня фаны в Сорокотан — это немного разные вещи. Я бы даже сказал, очень разные. Покер опять спалился. Оп, давай. Ой, Андрюха, ты шо, что показываем, ты исполняешь. Не надо, не надо, ебать больно. Так, Раптура на мувспиде, на мувспиде. Андрюха, беги, беги, брат, я сейчас прыгну мне. Беги, беги, я прыгаю, Андрюха. Плыть сюда, плюс. Ладно, нажми эту хуйню. Братан, есть чего им? Да, да. О, подожди, на мувспидике. А, там почему-то лоу хп. А, вот, все, двое. Нормально. А, нет, опять один. Блять, как тут много. Ребят. Ладно, срочно. А гудочка был, блядь. А! Гудочек, вот сейчас. Не, гудочку виднее. На самом деле, что это? Вот сейчас. Так, опа! Параж бы сначала включил. Да, ошибся, на самом деле, сразу вставать, пока не было подкопку искал, он же видел. Ребят,
Экстрин, давайте, блядь, вот строим это давайте. Полный анализ игры Гудочка, а то... А то не фан. Это что защищаешь его? Ну, а я не знаю, что... языка нету у него? Что, сам сказать не можешь? Язык, анализ. А? Андрюха. Да все, все, тихо, тихо, парень. На меде будем врываться, гайз? Да, можем. Я на Т2 ждал, у тебя через 15 секунд. Ребят, я на один через 10. Охуенный сделал. Гриф. Вот кто нажал гриф? Факер. Выхали себе глаза. Факера проблемы. Не, нормально. Ооо, не долетело. Так она бы и не попала в лол. А, за Митяй, гайз! Гайз! Нет, Митяй! Митяй! В инвизике. Кто за тобой не идет? Да! В инвизе Митяй только. А, ладно, он бьет. Митяй, давай, давай, давай. Так, мувспид дал. Еще больше мувспида. Это нормально, что у них уверенно, что манта уже имеется? Воу, вернулся? Ща, ребят, ща, ща. По-братски. А реминанта нет, Лёх. Кто говорил, что манобёр... А, это ж не манобёр, что это? Бля... И вот этого будем? Он копнёт справа. Да, это не диффуза, Лёх. Диффу артизи. Кекс, такой ты сильный, конечно. Ха-ха, да, Лёх. Ты видел, как... На эмбере видел, как тебя раскатывался? Фор кексизи. Кексидзе, это грузинская такая, мне кажется, какая-то фамилия. Кексидзе, да. Кексидзе, а это японская, наверное. А кексидзе. Вон, зря я предсказал. Белорусская. Андрей, ну, весь мех испортит. Макс, я... Бля, хватит мою ману жечь. А она воет. Нихуя ты испугался, ебах. Не на шутку. Скажите, у него гейский. Он иллюзиями с ренджа выжигает ману? Да. Пассивка антимага. Ебать. Неприятная хуйня. Сука, стой. Братан, я могу только смотреть. Ну да, ну ладно, чего уж. Давай, Андрей, давай еще. А, ну ладно. Я, блядь, не буду с тобой дела иметь никакие. Не, он что-то реально жесткий. Я еще вот так могу. Не находите? Нахожу. Хотя я бы не монтаюсь. Бля, Мерф, ты меня подставил, пиздец. Я тебя не подставил, он наш. Не надо, ну вы овните меня. Все в порядке. Он, видишь, я не повелся. Потому что ты с нами не дрался. Да, так бы РВ получилось, сдох. И ушел. А как? Мне кажется, я больше дамажу. Лех, не туда. А куда? Ну, в другую сторону. О, а там фрифраг идет. Не, Лех, не туда вообще, я на топе. Понял. Лех, походу... А, ну... О, Лех! Лех, вот там. Лёх, он довыёбывался? Грессия! Лёх, он довыёбывался. Хорошо. Он, Лёх, тоже довыёбывался что-то. Ну, я получил 40 атан. Так. Да, из всех щелей просто. Кудочь! Просто из всех щелей. Посмотри, он их убил всех, лол. Андрей, ты ничего не хочешь? Не, уже ничего. Ну что, почему так мало барашем убьёт? Потому что я с пассивкой антимага. А-а-а-а! Блин, кекс вообще жесткий. Кекс, у тебя меньше половины хп, тебя видно. Это бля, как пиздец страшно, пойду убью вон Акса, например. Не, Акса не надо трогать. У нас пассивка есть, вот сейчас. Андрюх, что мы будем делать с ним? Будем драться. Бля, ебать, Иван мансует. Не, я понял. Влево, вправо. Вверх, вниз. Бля, я хочу еще обилить драфт, у меня опять говно скиллы. Ты первый пикал. Ну, потому что говно себе набираешь, блядь, тебе говно скилы. Без смешно, Андрей? Да. Смешно, когда другим грустно, Андрей? Я взял Рэвич на первый скилл, мне смешно, Лёха. Нихуя себе вы там доливаете, почему я на базе умер? Аш, hold the position. Давайте все пойдем на кекс и ганганем его. Давай. А кто из них настоящий кекс? Я убегаю. Бегать на базе, да, вполне может быть. А есть что против кекса у кого? Кекс. Ну, плизики. Кекс. Влетай, Лёх, я жду. А где ты? А я на базе. Он где-то здесь. А у вас вижен есть? Конечно. Мы же потный. Ебать, ну походу в натуре есть. Не, на самом деле нету. Так, а как он так делает тогда? Они просто там ждали. Лёх, плохо тебе. А, не, Лёх, нормально. Факер идет, хорошо. Чак, где? Гайс, вот так вот, вот так вот. Визион, вот так вот. Кому-то есть? Вот так вот. Максим, ты готов? Максим, самое время! Блять, пиздец. Что-то у Максима маны, что ли, не хватило или что там?
Охуеть, Хекс, ну, да, собрал? Типа, собрал, да. Хекс. Да. Чё-то, блядь, всё. Мне кажется, у вас... О, антипод. Блядь, ты? Кто, ты? Смотри, о, он, походу. Да, вот этот, который? На, нахуй! Лёх, походу, 389. Лёх, тебе, теперь тебе нравится эта игра? Сейчас, подожди, мне нужно написать срочно. Хороший ник. Хорошо, ребят. Вообще я хекс не для тебя собрал, просто так получилось, индекс. Для тебя мой хекс. Спать колотить, а я долго так воскрешаюсь, это пиздец. Всего 50 секунд. Это разве долго? Что-то, бля, пиздец. 24 минуты и вообще долго, что-то. Чё-то нападение, нет? Чё-то там Иван еще с Радиком. Человек радианцев бежал. С Радиком. Человек оркестр. Не догоняет он. Давай, давай. Сейчас на развороте. О, факер. Что, ломаем их, ребят? Конечно, конечно. Полил блинк. Леви без фризинг новый. Фризинг филда, сори. Меня, ребят. Чем меня видно? Жить? Чем меня тут было видно? Ремнант. А, ах, ты чё? Не может быть. О, не-не, я пошел. Ребят, нет, это... Иван, Андрей. Или я не пошел? Андрей, я не знаю. Хорошо. Не, я не да пошел. Вы ебанулись, что ли, блядь? Ёбаная хуйня, я а сделал... Как убить вот это чудо? Парампап! Парампап! Блин, а чё мне так больно задамажило-то, я что-то даже не понял. О, мне 3-2-2 дэмэджа сделал Виндикс. Каустик в финале 1665. Радик на 407 сжёг. Плохо. Да, бах, прикольно, если всё идёт как надо. Особенно если тамба зомби у вас есть, то это вообще-то есть. Ну вот, минус Ивана, то что он не пробивает. По одному хп за удар будет. А вот здесь... А, ну, а ты хилишься ведь то, что на другой стиле линии добиваешь, да? Да. Лол! О, раптурка. Бах. Это пидорский герой? У нас Сандайнг ушел. Может, я пидор? Да. Такое. Нормально. Понял тебя, Максим. Я запрыгну, вы запрыгнете, что вы там написали, скажите честно. Меня удручает, что я не могу лайфстил собрать этому герою какой-то веселый. Сильно удручает тебя, да? Вообще пиздец, какой-то герой неинтересный стал. А это что там антимаг волосы собирает? Какой антимаг отхуяем в пятером? Он даже не подумает, что мы на него идем. У него ТП есть, нажмет там забейте. А может это у нас красный? Короче, смотрите, он нажал ТП, Иван! Мы на развороте хуярим. Иван, боль! А может они в ульте под мой? А может они в рожке? Хуёшки. А может быть корова? Тра-та-та-та-та. А может быть собака? Тра-та-та-та-та. А может быть и нет. Хороший. Very nice song. Так, а это. Давайте убьем, хули он блинкается, он вообще охуел, что ли? Не знаю. А хули вы здесь все делали? Готов, блять. Вы что там, блядь, все делали? Руну чекаешь? У тебя вопросы какие-то? Да, вот я его задал. Ой, пацаны, они сзади все. Смотрите, ребята, я их нашел всех. Фак, ну блинк. О. Что-то я стоишь? Не могу блинк. Да потому что надо было как-то ухнул тебе. Издеваетесь. Так, что, БКБ что ли собирать в позе? Вот так. Блин, как нам пассивки с такими спалами ебаха, пассивки булсикера хватает. Пиздец бы она заходила. Есть что-то подкастоваться нам? Есть, Лёха, сейчас. Бля, у кого Бэйн, хрень. Не надо. Встаньте.
Крутись. О, это full five man vibe. Team vibe. Да, team забыл. Усосать. Глагол. Все по полочкам. Все, и тавр наш. А я не допрыгну, наверное. Да, я не допрыгнул. Так, ну, ничего страшного. В следующий раз допрыгнешь. Лол, до следующего раза может не быть. Да, к сожалению. Будет. Будет, фак, будет. Фак, да. Вот. А, ну хотя да, они же ничего господин не запустили. Господин Герокоптер заявляет уверенно, и я пошел отсюда, пожалуй. И тебе бы пойти. Гоу, алло, ну нападите на него. О, хорошо, курица, курица, курица. Хорошо. Вы что, кончены? Немного. Ну нападите, нападите. Он уже полетел. Ай-яй-яй, я там такие магии есть еще. У них магии на любой вкус есть, Лёх. Любой скилл вы бы сделали, пока он манту не нажал, что он бы умер. Да, хекс на кулдауне, например, нажал бы ему. Да, не было хекса на кулдауне. А у него линка. Какая линка? Че, правда? Да. У меня давно уже как бы очень легко. Вот сук, задар по ПЦ. Вот, ОМГ. В новый итем иду. Короче, да у нас Митяй с Кракен Шейлом, он нормально. Он неуловимый и умирает очень часто, потому что его пиздят. А почему он неуловимый, Андрюх? Ну, как он выскальзывает благодаря Кракен Шейлу? Я как рыба. Только антимаг. Кстати, я, кстати, могу пробориться в Саркатан без проблем. Без проблем в Саркатан, может, если надо кому. Ребята, вообще, с Виженом Клозик играют. Мне кажется, если антимагу вместо спелл-шилда сделать Кракен Шелл, это будет намного лучший персонаж. Он реально будет всегда выскальзывать и блинкаться. Блинкаутса. Не, как раз Кракен Шелл, который скидывает эффект, он не работает, если что. В смысле? Ну, не скидывается. Почему? Потому что я не Шини Тайтхантер. И что теперь? Ну не знаю, так вот. Обидочка. Обидный бан. Короче, кек скоро перестанет прокачиваться и график по XP просто. Ну скоро слоты закончатся, правильно? И слоты да. Скоро закончатся. У Ивана еще 5. Есть кому расти. Может факер заебашим? Блин, все здесь вижен есть еще. Ну это так по мелочи. Вы охуели варды ставить. Да все дред. Да. Я же вардбич. Фу потный. Ну или софтики. Вот здесь сюда его. Давайте все пройдем здесь. Да, ребят, мы здесь, короче. Ребят, смотрите, нашел. У нас там нет вижена, где вы ходите? Так а чего нет-то? По-моему, там на нашего секира напали. А можете? Команда. Да, да. Браман, а, команда, что ты бежишь? Не знаю, как ты хочешь, чтобы мы тебе помогли. Так как он не умер-то? Там же ХП. Просто пошли. Впритык. Они идут, вот здесь. Смотрите, их тут можно подрезать. Где? Да, опять по вижену прошлись. Давай, подрезаем. Ну не надо, ну не держи, ну отпусти! Отпусти, я все прощу тебе! А, сука, да я волос. Вот так вот ты прощаешь, Лёх? Простит он, блин. Вот этому тоже есть, Лёх, будет рыб? Будет делать. Хорошо, гайз. А этого пускай, блядь, играется, нахуй. Оставьте его в покое. Ебать. Надо! Кекс. Маны, Лёха, где мана? Почему маны нет у тебя? Пронесло. Ребят. Тебя пронесло, Лёх? Меня пронесло. Нам не обязательно об этом знать. Да, он настоящий, понимаете, насколько он охуевший? Во, убьём его, алё. Пойдём. Собью Покажите. Линку, брат. Не собью, брат. Брат, ты нападаешь на него все? Да. Брат, плохая идея. А вы где? Я здесь. Пацаны, нам пизда, валим отсюда. Да, давай. Лём, догоняет меня, когда я на фейза. Хорош, Андрюх, outplayed. Я о чем? Сейчас просто ульту этого словишь. Герокоптер. Ничего страшного. Я знаете, что сделаю? Смотрите, гайз. Как такие вам плейс? Иллюзия охуела. Я думаю, на нашей камере это лучше смотрелось. А у вас был топор из воздуха? Да. Знаменитый топор. У меня деньги. У меня сейчас вот рефрешер будет, вот они доиграются нахуй. А у меня будет рефрешер, это значит, то, что два песочка будет. Кого там это? Финсгрип и Сент-Кинга? Да. Нет, Финсгрип это мой, Лёха.
Акс. Финсгрип. Финсгрип. Финсгрип, да, у Сункинга. У тебя брейнсап, Андрей. Я путаю. Я много чего путаю, блядь, в последнее время. Ты иди нахуй от меня, да? Блядь, и друг позвал на пиздец. Андрю. А. Такие ну, играют. Раскрой, иди нахуй. Раскрой ебало свое. Ну, посмотри, куда я мигаю. Куда? На Бладсикера. Который по вардам там бегает. О, да, у нас выглядит Бладсикера. Короче, слышишь, Мерв софтиком. Может, Мерв стрим палит? Все, я иду, Лех. Не, Лех, иди сюда. Лех, я иду. Друзей позвали. Ну, да, Максим, ты не уйди особо. Или уйти. Хороший. Я потестить. Я потестить. Ну чё, ну, вот почему ты сразу не пошел? Знаешь, я почему не ты знаю. Сразу не пошёл? Почему? Почему? Ну что ты жирный и тупой, блядь. Блин, нам Vision бы какой-нибудь. Но я не Vision. Да на невидимых я имею в виду, на этих-то. Лёх, вот так тебе только ответить могу. Я пойду в лес спрячусь. Акс на топе. Этот вертолет еще неадекватный. Сам ты неадекватный. Сплит пусит нас в клозике. Сплит пусит? Пацаны, я сплит пусю. Да отъебись ты от меня, блядь! Оп. Сука, у меня был наебанный рефрешер уже. Сука, рефрешер, ко-ко-ко! Какого черта ты напал на меня, блядь? Ты сейчас скажи, блядь, знал, что я на кулдауне Сэндшторм. Сэндшторм? Андрей, я на блинках туда летел, я тебе так скажу. Дебил, блядь. Спасибо, Андрю. Стайся в том сэмке с аганимом. О, я придумал полезный итем, наконец-то. Аганим? Не-не-не. Вот это. Я ничего лучше не могу. Эти не убьют никак. С кем, блядь, Battle Fury? О чем ты, блядь? Ну, антимаги Battle Fury. Понял. Господин антимаг структуры, блядь. В смысле? Там же Хекс. Как мне Battle Fury поможет? Они тебя не убьют никак, блядь, за Хекс. Ты что, выкупаться, что ли? Не, нахуй, я не буду. Да ты доебался, да? Мало того, что я не могу это еще сделать. Бах, 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 Макси. Вижен кто-нибудь. Все, отходим, Вижен нет. Отступаем. Интересно, они серьезно, интересно, вот это. Нихуя ты уже внизу. Нихуя я пропал. У вас там тоже Вижен? Нас много Вижена. Да не, но он не дал бы так не залететь. О, фармлю там бой. В смысле? Короче, он у них вот так вот по всей линии Vision стоит. Ты... Дрюс, 552 под диффузами противника. А сколько там один красненький? Че вообще мерзенький? Какой Vision? Да бля, про Блудсикера Vision. Да не Блудсикер, он фуловый был. Да, конечно. Хуёвый был. Да ребят, ну Клозик же, можете стрим посмотреть, у нас там нет Vision. Да у него просто это, привык, что в кейсик с софтиком бегает. Ну да, там теперь ищет тут видно. Везде это. Действительно, открыл стрим, а там Vision есть. Ебать, ты стрим палишь? Пиздец, палит стрим. Клозик, пошли играть. Мерф, ты стрим палишь? Скажи, где бардак. Покажи, покажи на карте, я поставлю туда см3. Не, ну, сказал же не. Я тебе так скажу, что здесь я стрелу схватил, здесь за ебахом побежали, а здесь соло улетел. Ну что вы сплитпустите, а я вас убиваю всех. Пусти. Ребят, вы еще и сын. Ну что вы на базе сидите? Так, а как вы сплитпустите? Какой мы не сидим нигде? У нас ноль инвизеров, какие сын. Слышь? Как вам план? О, смотри, а как вам вот этот человек, который Vision тут ходит, ставит? Как вам? Нормально план. Vision у них нет. Вада за Vision? Да, у них вот в этой части карты не было Vision, а он все исправил. Уже исправил? Адрес кулдаун. Да, поставил что-то там. Так, стоим. Я выйду когда-нибудь из Хекса? Домой, бомжи! Домой! Да? Some questions, guys? Ой. Guys, do you have a questions more or not? И вот так еще лучше сделать. Вот так, хорошо, Лех. Ультракилл, Максим. Как дела, ребята? Из Хекса он выйти собрался. Сплитпусили нас? Вот, да сплитпусились. Хуй вам, а не сплитпусь.
А чё Мервинг не сдох? Мерв, ты где был? Он сдох до этого, потому что... Всё, понял. Я не сдох, я стоял на камне и звал команду на камень. Но команда решила драться. А, понял. Ну вот оно, слышишь, уже это у них не разберись. Я вот Максима подлечу, потому что у нас тимплей. Максим, дай 5. Блять, у меня кнопку надо вязать, чтобы скайп. Помогу, дэмэджем, помогу. Отлично, ты ему дэмэджем дал. Помогаю. Хорошо. Хорошо. Да все, там разлад полный уже. Хорошо, хорошо. Остальные-то лайны не пора. О, Лёль. Хорошо, хорошо, ребят, хорошо. Лёха. Лёх. Лягушка, лягушка. Все. Хорошо. Лёль. Лёль. Лягушка. Смотри, что умею, смотри, что умею. Все готовы, все готовы. Давай. Красота, Лёх. Клёво, Лёд? Только маны у тебя нету. А ульт антимага потом посоветовал. А еще два раза можешь так сделать? Раз. И второй так. Участок, давай. Все, хорошо. Так, а теперь что? Теперь стой. Домой, хохлы. Домой, домой, хохлы. Там 15 секунд, угадывай, куда он пойдет. Get back, говорит Вада. Забавненько. А что, Вижена нету уже там, что ли? Такое. Вада, молодец. Пацаны, если они Рошана, если они Рошана заберут, что будем делать? А если они сами Рошана забирают? А если они сами Рошан? Да там Вада наверняка и Рошана завардил. Сами ждать наверняка. Я фармить, давай мне мой, ну, по-разному. Алло! Это много урона очень. Ебать, что за прикол? Лёль! А ремнант-то не дает. Да нет, стрим, да, стрим посмотрели. На стриме сука, видно было. Задры, ППЦ. На стриме посмотрели. ОМГ. Стрим снайперы, саны. Андрюх, они меня вычислили и нокаутировали. По IP. Да они стрим снайперы, братан. Стрим снайперы? Да. Да нет, слышь, не надо, гудочек. Не надо. Всему свое время. О, Максим, у тебя еще шивка есть. Хорошо. О, а сколько шива дает минус 5? Что это? Что это у нас тут? Варды и сентри. Я понял. А сентри-то зачем? У нас вардов нет. Зато гем есть. У нас гем есть? Колбы нет? Дай колбы. Стерпел. Ребят, 40 секунд еще, можете пожить? Да, да, да. Все заебись, у нас Вадок. Сколько бы затерпел, так бы сейчас убили всех. А байбеки есть, ребят? Нет. Какие байбеки? Пуфанчик. У кого пассивки с Энкинга, ломай крипов. У кого сентри? А, там с гемом, слышь? Да. Новороссийцы. Сам купил на свои кроны. Сука, ну ты меня сагнил, все, пизда тебе, блядь. За такие базары, все, встречу на лане ебало сломаю тебе, все. Ломай ему ебало. Все, сагрил ППЦ, все. Внизу. Фак. А мы этот стол поставили. Обелиск. Не знаю. Все. О, сентря. Лех, поедем? Сейчас шторм летит, готовься, смотри. А я уже ушел. А я тут постою. Лех, вот этого может быть? А какой из них натуральный? Какой из них? Натуральный берешь. Натуральный бутсикер. Хорошо! А где я? Ой, ребят, он получил почему-то. Я иду, брат. Я иду, брат. Да я себя найти в драке. А гудочек. Я не могу, у меня, блядь, какой нож. Братик, братик. Сейчас он еще раз станет, аккуратнее. Так пройдет этот ебучий саленс или нет, блядь, когда-нибудь нахуй. Гайс, на мне саленс был примерно секунд 40. Нет. Ебать. Ты чего, кекс? На, нахуй, крип. Не, кекс нечестно играет, мне кажется. В смысле? В смысле? Так нельзя, ребят, я тоже. Да. А как я должен был играть? Ладно, ладно. Сейчас, блин. Сейчас, блин. А Егис вот этот он в клозиках забирает. Давай. А ему какой-то саленс есть, саленс? Там ворщи делать. О, Лёха залетел.
Лёх, забирай фарм его. Это не мой фарм, я их не знаю. Досталось. Бля, это что, БКБ мне делать? Чё, Андрей, ты меня вынуждаешь тоже БКБ сделать. Не надо. Не надо БКБ, ребят. Ладно, я не буду БКБ делать. Если а, пожалуйста, кстати, я сделаю. Да, я тоже не буду. Нет. Не, я сделаю. Ну, кекс. Ооо. И буду, всё и понятно. Буду... Нет, нет, Лёх, Лёх, ты понял? Ты понял? Он с Аегисом пришел к нам и БКБ еще сейчас делает. Не, ребят, не делаю, я делаю не парни, брат. Парни, следующий Аегис запишите вы и на третью сторону пойдете с ним. А мы как бы... Хохлы, блять. Так и ждём. Андрюх, и до тебя уже дошла эта волна. Это ж братские народы, Андрей, зачем вы разжигаете межнациональную рознь все время? Я не понимаю. Зачем вы это делаете, ребят? Ведь нас смотрят школьники. Ребят, школьницы. Вообще люди с очень шаткой политической позицией своей. И вы нагнетаете, да. Вы понимаете, ребят? Понимаете, что вы делаете вообще на стримах? Я не осознавал, что я делаю. Ребят, так нельзя. Я до сих пор не осознавал, что... Не осознавал, что я делаю, Лёх. Не осознал. Нельзя, ребят. Да. Я не знаю, что купить, ребят. Посоветуйте итам, я не куплю БКБ. Я просто не знаю. Я даже слезу пустил. Очень скупую такую. Очень слезу. Сделай себе... А нет, это газики в нос ударили просто. Тарас? Нас снизу, типа этот, спидпушит. Тарасочка. О, хорошо. Тарасочку? Да. Знакома тебе фраза Тарасочка, пидорасочка? Бля. Да. Короче, я думал, Митяй клёвый кэрри, а Митяй оказался хуёвым кэрри. У него раптур контрит любого кэрри. Ой, косики. Американцы. Нервинг мне пишет, как бы, Аегис и все. Трили пепсикол. И Вин. Поняли? Я буду расставлять подмочек. Слышите, а где ебах вообще, что у него есть? Конченый, у них там по 600 крипов. Ебах, да у тебя манта есть, а погнали делать, знаешь, эту стратегию знаменитую? Да, пошли. А, сплитпуш, ребят? Нет, сплитпуш, это называется гей-пуш, короче, я показываю. Надо вместе только это делать. Ну я понял, я просто показатель стратегии. Ой, они инвиз, смотри, завязали, да, Титей? Я вообще понял, да? Ой, а у шторма это на КД, а теперь убивать. Посмотри, забайте. Шторма это на КД, ребят, убрать. Ой, а я отошел, прикиньте. Хорошо. Нужно, потеряли персонажа. Бля, я же у тебя еще этот самый... Вот ради этого замеса я прокачивал все свои скиллы. А что у тебя было? Ну я эпицентр и стянул вас берсерколом. Клево. Да. Ты затащил кик. Ну нет, вообще-то кик затащил. Да не, да ту. Да не, факт, ты затащил. А, ну ладно. Я не буду. Не, на самом деле мы все команда. Мы команда. Просто класс? Мы команда. Ну короче, мы серию Best of 3 проебали, я так понял. Лёх, или Best of 5 серия? Давайте Best of 3.